улыбаемся и машем. Девочки. Почему Вера белая? Девочки, улыбаемся и машем. Улыбаемся и машем. Это влоги. Что мне на голове? Вера, почему ты белая? Потому что... Меня нажми, чтобы я была и вниз по тени. А ты как я черная? Да что ты, все? Покажи. Все. Нам надо сюда, вот куда-то сюда, а мы едем почему-то туда, в Рыбинск. Вот, Рыбинск. Возвращаемся. Мы возвращаемся. Считаем, сколько мне раз сегодня с работы позвонят. Уже был один. Мы домой едем. Мы домой едем. Вот где-то. Доехали, еще уже возвращаемся. Классно съездили. А вот мы едем туда. Это как раз подойдет под наш влог. Мы в магазин. Пошлите в туалет. Unpacking Полиной косметички. Тинт. Да, очень круто. Это не тинт, кстати, это, блин. Неважно. Соду. Тинейджерские тинты. Это лак или что это? Это, короче, я говорю, эти ваши тинейджерские термины. Вот этот пахнет мистерски. Eat me. Ему можно это съесть. Попробуй. Eat me. О, вот. Ой, вот он. Он сейчас слева, если что. По ними? Вот, мы приехали. Все. Мы сейчас. А, ну мы, наверное, сразу туда приедем. Дом. Ледимый дом. Наконец-то мы... О, просто там бескрайние моря. Трэш. Девочки, меня-то подождите. Вера, тихо, ты меня подбиваешь. Поиск как номер. Ну, если два, едем прыгать. Возвращаемся. Или вот в этих. На дня в этаке. Вообще хорошо. Ой. Мы только приехали, я уже как будто бы я не заканчивала. Горизонтально, потому что было. А Женя, ты что в беседу пишут? Примечательно. Пошли, кормим. Меня там подожди. Ну так, конечно. Ты можешь еще и высокально по-современному попасть? Вас сразу бы снимала. Идем. Вот это все, и там тут лечебные, вот эти максимализмы, вся вот эта. Ошалеть. Все, остаемся. Ошалеть. Там тут сколько будет? Пойдем. Что будет с Оливером? Да уж. Он уже забыл. Какой развод? А сколько? Мы ездили июль, ездили октябрь, ездили. Ну как не страшно. По-моему, жеребцы. Да. Агрессивные жеребцы. Тут отдельное для жеребцов, отдельно для жеребцов. Идем. Да вон там, где тренируются. Да. На улицу круче. Почему? Там эффектней. Ты вот тут встал и вот проезжать, ты такая...
ты снимаешь, как я это делаю, да? А ты можешь потом со стороны снять подальше, вот когда мы сейчас будем крышку? Да. Да, Оля, не так. Вертикально. Доброе утро. Полина встала. Сколько? Как давно? 8:14. Я даже посмотрела. Что? Если спрашивают, сколько? А потом куда это все выложишь? ХЗ. Выложишь? ХЗ, я подумаю. У нас есть вот такие модные карточки. Да, эстетикс. Йоу. Едим с Наськой. Собачки скопируют. Спринги — это все. И это обязательные точки, на которые она должна наступить. Очень хорошие отношения с собакой. Опять спрыгнула. Идем. Мы идем. Идем на выездку. Да. Сейчас я выйду, там всех выйдут. Мы сидим у будки на букве Б. Сейчас перерыв. И потом пойдем судить выездку. Помогать судить. Вот. Сидим тут. Аня такая, уберите от меня сиденье. Поля любит выездку. Здрасте. Девка, ты ко мне. Что ты снимаешь на меня? Погоди. Это наш влог, и мы идем с Полиной на выездку. Опять четвертый день. А я что, вертикально? Ой, да. Вот, мы идем на выездку четвертый день подряд. Завтра у нас последний день, и я надеюсь всей душой, что мы хотя бы завтра на кросс идем. Потому что мы судили специально манежную езду трейбордсом, чтобы идти потом на кросс. В итоге мы судим четвертый день подряд выездку. Это ужас. Вот, мы идем. А нам хорошо нам спуститься, и мы уже у выездки, у выездкового поля. Я вчера почти ничего не снимала.
Смотрите, там конюшня, а вот тут уже есть такой же поле. Вот и все. Мы пришли. Я думала, это Вера идет. Блогер, да, уже нас бить. А это снова наш лог. Мы идем на обед. Будет что-то вроде обеда, Поля. Посидели. Кстати, мне сегодня полегче вообще, я все успеваю. Да, мне так нравится. Вот первый, когда там надо было, короче, писать. Ну, короче, немножко другой, короче, который ехали три человека. Вот мне понравилось его писать. Мне тоже понравилось. Мы едим. Смотрим на коньку. Там кони скачут. Ура, мне вон пицца. Он не уведет был. Красивая, на самом деле. Облетает. О, ты посмотри, какой шикарный. Так, хорошо шея. У нас взяли интервью. Мы наговорили, что там говорить. Там выездковый манеж. Где-то там. Где-то там, в потемках. Наши будки любимые. Да, наш дом 2. В которых мы проводим половину своего дня. Половину своей жизни. Я реально что-то обиделась или расстроилась. Мы сегодня уезжаем. Вера, скажи, куда мы идем? Ой, ты вообще забыла, по-моему, про снимать. Нет, мы снимали. Нет, мы снимали. Ясно. Да, вчера мы идем фоткаться с одним из моих мужчин. И моих. Ты только сегодня с моим знала, потом. Ну, давайте пойти и снимать это. Улицу. Короче, мы попали в лето какое-то, получается. Да. Лето 20 градусов и как-то очень жарко. 23. Хочется идти в шортах, в трусах, в майке. Шорты урут. Поля, ждём начало, когда влог тебе делаешь. Да. Время, тайм 30 минут. Красота. Кажется, пора уже... Горятся? Да. Именно это я хотела сказать. Тебе память резиновая. Потом, когда поедем в машине, мне, пожалуйста, все это заверните и в айдроп пью. Обязательно. А мне готовый влог в телеграм. Там Вера. Мы посмотрели на коньку на 145. Они пишут судейские книжки, а я забыла ее купить. Вот. Коля, мы играем у тебя карманы. Она быстро. Я сняла момент. Да? Девочки, тайм вот столько. Осталось two house, two отъезд. Это мои деньги на кепку, которую я хочу купить, но мне, наверное, не хватит. Но мы попробуем. Да, да не тут, Настя. Нам туда. Нам туда. Коня. Коня. Я и мужа по тем же принципам буду искать. Ну, типа... В отношениях главное любовь, гармония, взаимопонимание, чтобы все у вас было окей. Деньги вообще не главное.
Бери свои пальцы, Аня. Выглядишь как цацки лучших ювелиров и возносишь меня в щепки, как полына. Вера. Сейчас заплачу, полына. Я всю жизнь тебя буду звать полыной. Полына. Нам еще на ресепшн полына. Это грустно. Полына. Я встречалась с полыной. Вера, дебил. Полына, полына. Это полына. 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 Полына в Ханшаге. Это наш последний влог из нашего. Это наш последний. Просто засними, как там ездить. Это наши любимые выездюки. Это наш хоум. My home. Прощай. Переезжаем. Ну я сейчас. Господи. Давай залажь уже. Я залажу. Ай. Это были не мы, это был другой человек. Это Ханшаги. Блин, опять будет такой полынный. Надо как-то снять с клевецким спорить.